Теория эволюции была выдвинута в середине 19 века английским естествоведом-любителем Чарльзом Дарвином. Отличительной чертой того периода был чрезвычайно примитивный, по сравнению с нынешним, уровень развития науки и техники. В 19 веке ученым приходилось работать в скудно оснащенных лабораториях, используя простейшее оборудование. Микроскопы, которыми располагали ученые, не позволяли разглядеть даже бактерии. Нельзя не учесть и тот факт, что в обществе и, естественно, среди научных кругов были все еще сильны средневековые суеверия и лишенные какой-либо научной основы мифические представления. Одно из подобных суеверий гласило, что все живое имеет простейшую структуру. Это представление возникло еще в древности. Один из известнейших древнегреческих философов, Аристотель, проповедовал идею о том, что жизнь на Земле зародилась случайно под воздействием влаги на скопление неодушевленной материи. И даже в 19 веке Чарльз Дарвин опирался именно на это предположение при разработке своей теории. Ученый полагал, что живой организм, в принципе, имеет простейшую структуру. Воспринявшие и поддержавшие теорию Дарвина крупнейшие ученые прошлого века были единодушны в этом мнении. Например, известный сторонник дарвинизма в Германии Эрнст Хеккель предположил, что живая клетка, которая под примитивным микроскопом тех времен выглядела темным пятном, обладает простейшей структурой. Примечательно, что в одной из своих статей он даже назвал клетку простым пузырьком, заполненным желе. Теория эволюции возникла на этих абсурдных утверждениях. Первые ученые, поддержавшие теорию эволюционного учения, такие как Хакель, Дарвин и Хаксли, полагали, что формы жизни просты по своему строению и, следовательно, могли возникнуть сами по себе, просто по воле случая. Однако они глубоко заблуждались. За 150 лет, прошедших со времени возникновения теории Дарвина, наука и техника прошли колоссальный путь в своем развитии и достигли ошеломляющих открытий. Ученые, наконец, исследовали структуру клетки, которую Хеккель называл простым пузырьком, заполненным желе, и с удивлением обнаружили, что ее строение отнюдь не простое, как считалось ранее. Оказалось, что клетка представляет собой сложнейшую систему, которую во времена Дарвина даже представить себе было невозможно. Известный молекулярный биолог профессор Майкл Дентон, описывая структуру клетки, проводит следующую аналогию. Чтобы осознать реальное происхождение жизни в клетке, открытой молекулярной биологией, мы должны увеличить клетку в миллионы раз. В этом случае она станет похожа на огромный космический корабль, который может закрыть собой такие огромные мегаполисы, как Нью-Йорк или Лондон.
Если подойти к этой огромной клетке и изучить ее, то перед нами предстанет структура, обладающая уникальной сложностью и совершенным дизайном. На поверхности клетки можно разглядеть миллионы дверей, напоминающие иллюминаторы космического корабля. Эти двери позволяют непрерывному потоку веществ в организме проникать в клетку или же покидать ее. Если бы нам удалось проникнуть внутрь через одну из этих дверей, то мы бы столкнулись с непостижимой разумом технологией, потрясающей воображение своей комплексностью и гармонией. Мы обнаружили бы себя в мире высочайших технологий и поразительно сложного устройства. Теперь давайте попробуем воспроизвести это сравнение клетки с космическим кораблем, предложенным профессором Дентоном, и взглянуть на ее устройство поближе. Наше путешествие начнется с изучения гормонов, которые пытаются найти для себя подходящую клетку. Приближаясь к клетке, гормоны сначала ищут так называемую дверь, через которую они могли бы войти в нее. Однако дверцы клетки работают очень разумно. Клетка никогда не открывает двери, кому попало. Каждая молекула, останавливающаяся перед входом, проходит тщательную проверку. Если молекула полезна для клетки, двери для нее открываются. Если же в клетку пытается проникнуть вредный элемент, например, вирус, то ситуация меняется. Клетка мгновенно анализирует подозрительную молекулу, выясняет, что она опасна, и категорически отвергает ее. Как и говорил профессор Дентон, входя внутрь клетки, сталкиваешься с поразительным по своему совершенству и разуму комплексным строением. Гормоны, проникшие в клетку, сразу же попадают под контроль специальных белков, следящих за организацией работы клетки. Эти белки называются ферментами. В случае необходимости ферменты немедленно используют новоприбывшие гормоны. Если же гормоны пока не нужны, их аккуратно помещают на хранение в особое отделение клетки, называемое комплексом Гольджи.
Некоторые молекулы, к примеру, молекулы инсулина, которые несут в себе молекулы сахара, по размеру превосходят клеточную дверь и не могут войти через нее. Для таких крупных и необходимых молекул у клетки разработана особая система входа. Чтобы получить молекулы инсулина, мембрана клетки выпячивается и образует специальный отсек, который затягивает молекулы внутрь. Разумеется, нет нужды повторять, что на протяжении всего процесса клетка беспрестанно проверяет поступившие молекулы на предмет безопасности. Оказавшись внутри, молекулы сахара, доставленные инсулином, аккуратно собираются специальными транспортными ферментами. Ферменты передают молекулы сахара из инсулина митохондриям, которые ответственны за производство энергии в клетке. Задача митохондрий состоит в том, чтобы расщепить молекулы, содержащие энергию, и синтезировать из них новые формы, которые могут быть использованы для нужд клетки. В процессе сложнейшей реакции, протекающей в митохондриях, вырабатываются энергетические пакетики АТФ – аденозин-трифосфорная кислота, аденозин-трифосфат, которые затем также безошибочно переправляются в соответствующие отделы клетки. Процесс транспортировки энергии осуществляется в клетке по специальным каналам, называющимся эндоплазматической сетью. А мозг всей этой комплексной системы находится в ядре клетки, напоминающей гигантский информационно-вычислительный центр. Внутри ядра находятся хромосомы, каждая из которых представляет собой базу данных с огромным количеством информации. Хромосомы состоят из переплетенных цепей дезоксирибонуклеиновой кислоты или так называемой молекулы ДНК. В этих цепях ДНК закодирована детальная информация обо всех клеточных системах. По своей форме цепь ДНК напоминает спираль, состоящую из определенной комбинации четырех разных молекул. Эти четыре чередующиеся молекулы – своеобразный алфавит из четырех букв. Благодаря которым в молекуле ДНК зашифровано колоссальное количество информации, которое составило бы сотни томов энциклопедий. Система кодирования, в
включает в себя детальное описание плана производства энергии, информацию о работе тысяч различных ферментов и белков, содержащихся в клетке. В ДНК также заключена детальнейшая, подробная информация о проектах всех органических молекул, которые будут синтезированы в клетке. Синтез органической молекулы, например, белка, начинается с поиска среди всего множества генов ДНК одного единственного гена, который содержит необходимую информацию. Ответственный только за эту задачу фермент расплетает двойную спираль ДНК. Затем другая группа ферментов разъединяет нити ДНК на две отдельные. Следующий фермент считывает информацию с одиночной нити и быстро копирует себе данные, зашифрованные в ней. Таким образом, получается точная копия плана ДНК по производству новой молекулы. Как только копирование завершено, ферменты закрывают ДНК и заплетают ее в первоначальное состояние. Копия, полученная с ДНК, называется информационной РНК, ИРНК. В ней содержится план производства белка, необходимого для жизнедеятельности клетки. Непосредственный синтез белка происходит в другой части клетки, рибосоме, в своего рода фабрике клетки. Система производства важнейших для жизни клетки элементов в рибосоме поистине совершенна. Информационная РНК проникает через вход в рибосому и медленно продвигается вперед. Тем временем переносчики, называемые транспортной РНК, ТРНК, поставляют в рибосому аминокислоты, необходимые для производства белка в полном комплекте и необходимой последовательности. Доставленные сюда аминокислоты, благодаря шифру в информационной РНК, соединяются друг с другом в правильной последовательности. По мере продвижения ИРНК все новые и новые аминокислоты добавляются в цепочку, точно становясь на свое место, как указано в закодированной РНК. В результате получается новая молекула белка. Малейшая ошибка или запоздание в последовательности аминокислот привела бы к производству ни к чему не пригодной молекулы белка. Однако подобные ошибки никогда не происходят. Производство белка завершено, и новая молекула покидает рибосому, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. Все эти невероятные, сложнейшие процессы происходят не где-нибудь, а непосредственно в вашем организме. Мы представили их в упрощенном виде. На самом же деле они гораздо сложнее и повторяются ежесекундно в каждой клетке, которых в человеческом организме 100 триллионов. Вот насколько удивительным строением обладает клетка, которую когда-то отцы теории эволюции приняли за простой пузырек, заполненный желе. Несомненно, что подобная система
устроенная таким чудесным образом, не могла бы появиться случайно, как это утверждает теория эволюции. Открытие всех этих неповторимых процессов в строении клетки нанесло тяжелый удар по теории эволюции. Сегодня многие выдающиеся ученые мира признают тот факт, что все живое на Земле является вовсе не продуктом случайности, а напротив, результатом высшего разума. I think the conclusion of design is a scientific one, an empirical one, based completely on the observable system, the universe and life were intended, that they are the product of intelligent activity. And I'd just like to point out that this reason, or this idea comes from the progress of science. It is not from not what we do not know, but it is rather from what we have learned over the past 50 years. И действительно, наука демонстрирует, что все живые организмы были созданы сознательным высшим творением. Теория же эволюции не в силах объяснить не только строение целых живых организмов, но даже происхождение этих сложнейших систем в одной единственной микроскопической клетке. Не может объяснить, например, аэродинамики птичьего крыла, или удивительно продуманные способы охоты паука, или поведение насекомого, маскирующегося под листок дерева, или рисунок на крыльях бабочки, напоминающий глаз. Наконец, чувство заботы и нежности, присущее животным. Жизнь на Земле устроена так безупречно и так совершенно, что невозможно отрицать очевидный факт. Вся наша жизнь – это результат творения высшей силы. Он – Всевышний Творец, повелитель небес и земли и всего, что простерто между ними, великий Аллах. Представьте себя на открытом месте, где, оглянувшись вокруг, вы созерцаете окружающие вас предметы. Каждый из этих предметов, далеко он от вас или близко, вы видите с присущим им цветом, формой и размером. И созерцая этот пейзаж, вы не прилагаете никаких усилий. Вы просто смотрите и видите, хотя весь этот процесс становится возможным в результате множества сложнейших реакций и взаимодействий в нашем организме. Давайте рассмотрим эти сложные процессы поближе. Человеческий глаз наделен превосходным механизмом, функционирующим совершенно автоматически. Он состоит из 40 различных частей, каждая из которых отвечает за необходимые функции в процессе зрения. Отсутствие или дефект хотя бы одной из этих частей приведет к потере зрения. Прозрачный слой в передней части глаза называется роговицей. Сразу за ней находится радужная оболочка. Она определяет цвет глаза,
а также, благодаря специальным мышцам, автоматически изменяет размер зрачка в зависимости от яркости света. Так, например, в темном помещении зрачок расширяется, чтобы взять как можно больше света, а в светлом же, наоборот, сужается и сокращает количество поступающего в глаз света. Эта автоматическая регуляция зрачка происходит следующим образом. Как только в глаз поступает свет, в головной мозг отправляется нервный импульс, который сообщает о наличии и яркости света. Мозг немедленно посылает ответный сигнал и сообщает мышцам радужной оболочки, с какой интенсивностью им следует сократиться. Другой механизм, параллельно работающий с вышеописанной структурой, это линза. Задача линзы – проецировать свет, поступающий в глаз, на сетчатку, находящуюся в задней части глаза. Благодаря сокращению мышц вокруг линзы, световые лучи, попадающие в глаз под разными углами и с разного расстояния, всегда проецируются на сетчатку. Все упомянутые нами системы во много раз совершеннее любых механических приборов, сконструированных с использованием новейших технологий и имитирующих человеческий глаз, хотя гораздо меньше их по своим размерам. Даже самые современные искусственные оптические системы выглядят в крайней степени примитивными и простыми по сравнению с устройством человеческого глаза. Если задуматься над тем, сколько усилий и знаний потребовалось ученым, чтобы разработать эти искусственные оптические системы, то мы лучше поймем, насколько выше и мудрее нас тот разум, который сотворил человеческий глаз. Совершенство этого творения можно ощутить во всей полноте, если рассмотреть под микроскопом только одну из великого множества клеток глаза. Представим себе, что мы смотрим на хрустальную вазу, наполненную фруктами. Лучи света, отражающиеся от вазы, поступают в наш глаз, проходят через роговую оболочку и зрачок и проецируются на сетчатке при помощи линзы. Так что же происходит в сетчатке, раз клетки этого органа воспринимают свет? Когда частицы света, или говоря иначе, фотоны, достигают и сталкиваются с клетками сетчатки, они производят эффект каскада, сравнимого с фишками домино, аккуратно расставленными друг за другом. Первая из этих фишек в клетках сетчатки – молекула, называемая 11-я цисритональ. При столкновении с фотоном эта молекула изменяет свою форму, что вызывает изменение формы еще одного белка – родопсина, с которым эта молекула тесно связана. Затем родопсин принимает такую форму, которая позволила бы ему соединиться с другим белком, находившимся в белке и ранее, но из-за несоответствия формы, не стыковавшейся с ним. Этот белок – трансдуцин. И, наконец, к новообразовавшемуся соединению примыкает молекула под названием ГДФ – гуанозин-дифосфат. В итоге получился сложный комплекс из двух белков – родопсина и трансдуцина – и одной химической молекулы ГДФ. Однако это лишь начало сложнейшего процесса. Соединение ГДФ теперь имеет структуру, позволяющую ему соединяться с белком фосфодиэстераза, которая и ранее присутствовала в клетке. Образовавшаяся в результате этого процесса молекула запустит механизм, который вызовет в клетке серию химических реакций. Данный механизм будет изменять соотношение ионов в клетке и таким образом вырабатывать электрическую энергию. Энергия же, в свою очередь, стимулирует нервные окончания,
находящиеся позади рецепторов сетчатки. В итоге образ, поступающий в глаз в виде фотонов света, преобразуется в электрический сигнал. Сигнал же содержит всю визуальную информацию об объекте, находящемся снаружи. Для осуществления процесса зрения электрические сигналы, выработанные в клетке сетчатки, должны быть переданы в зрительный центр головного мозга. Нервные клетки, однако, не соединены между собой напрямую. В местах их сближения, так называемых синапсах, существуют пустоты. Если клетки не соединены между собой, то как же электрические сигналы продолжают свой путь, не пропадая в этих пустотах? И вот на данном этапе опять-таки происходят очень сложные процессы. Электрический сигнал, несущий в себе зрительную информацию, преобразуется в химическую энергию, при этом не теряет и доли информации. Таким образом, теперь уже химическая энергия передается от одного нерва к другому. Кто же передает эту энергию и информацию, содержащуюся в ней? Оказывается, эту функцию берут на себя химические переносчики, курсирующие между нервными окончаниями синапсов. При передаче следующему нерву энергия снова превращается в электрический сигнал и продолжает свой путь, пока не достигнет очередного места соединения нервных клеток. Сигнал, достигший, наконец, таким образом зрительного центра мозга, сопоставляется с информацией, содержащейся в центре памяти мозга, и мозг отображает нам уже результат этой проанализированной информации. В конечном итоге, благодаря этой совершеннейшей системе, состоящей из тысяч мелких деталей, мы видим эту самую вазу с фруктами на столе. Причем все эти удивительные процессы совершаются за долю секунды. Более того, поскольку мы постоянно что-то видим, за чем-то наблюдаем, система повторяет все стадии снова и снова. Например, молекулы, принимающие участие в цепной реакции в глазу, с началом каждого нового цикла возвращаются в свое исходное состояние, и реакция повторяется заново. Тем временем, разумеется, подобные им сложнейшие процессы. Происходит и в остальных точках нашего организма. Одновременно с изображением мы слышим и звуки, исходящие от наблюдаемого нами объекта. В зависимости от обстоятельств можем ощущать его запах или вкус, осязать его форму. И в это время непрерывно идет работа миллионов других процессов и реакций в нашем организме. Это неповторимое по своей сложности строение глаза было замечено и самим Чарльзом Дарвином, несмотря на всю отсталость науки того периода. В письме к своему другу, биологу Аса Грею, от 3 апреля 1860 года он признался в безысходности своей теории в следующих словах. «Мысли о глазе охладили меня к этой теории». А открытие современной наукой биохимических свойств глаза нанесло по дарвинизму удар даже более серьезный, чем полагал сам Дарвин. Весь зрительный процесс, который мы здесь попытались кратко изложить, на самом деле гораздо сложнее. Однако даже этого краткого описания достаточно, чтобы представить себе все величие
этой системы, сотворенной внутри человеческого тела. Как видим, в глазу протекают настолько сложные и чувствительные реакции, что утверждение теории эволюции об их якобы случайном происхождении выглядит абсолютно беспочвенным и нелепым. Известный профессор биохимии из США Майкл Бехе в своей книге «Черный ящик Дарвина» рассуждает о химической особенности глаза и теории эволюции. Вот что он говорит по этому поводу. Процесс зрения и анатомическое строение глаза, который Дарвин не смог объяснить в 19 веке, действительно необъяснимы какой-либо эволюционной логикой. Аргументы, выдвинутые теорией эволюции, настолько примитивны, что им никогда не объяснить ни зрения, ни других исключительно сложных процессов, которые трудно воспроизвести даже на бумаге. Как мы уже заметили, теория эволюции не в силах объяснить происхождение даже одной лишь клеточной системы, не говоря уже о жизни вообще. Наука уничтожила гипотезу о простоте происхождения живых организмов на Земле и продемонстрировала человечеству самый важный факт. Жизнь – это не продукт случайных совпадений, а результат безупречного творения. И творение это принадлежит великому Творцу Аллаху, Господу миров. И люди, и все живые существа и организмы созданы им. Человек же ответственен перед своим Создателем за возложенную на него миссию. Это истина, о которой Всевышний Аллах напоминает нам в аятах священного Корана. Он тот, который создал для вас слух, взоры и сердца. Мало вы благодарны. Они сказали: «Хвала тебе! Мы знаем только то, чему ты нас научил. Поистине, ты знающий, мудрый».